Сегодня на канале «Россия-24» в 21 час выйдет очередной выпуск программы «Главная тема». Ее автор Вероника Павлова расскажет, почему до некоторых населенных пунктов Чувашии цифровой прогресс еще не дошел. Люди годами живут в так называемых «мертвых зонах», где сигнал не то чтобы плохой, его там нет вообще. А между тем, контактировать с внешним миром нужно. Такая проблема больше всего характерна для сельских населенных пунктов. От отсутствия связи страдают и городские жители. В Чебоксарах есть микрорайоны, которые находятся вне зоны качественной связи не один год. Как бы парадоксально ни звучало, во многом цифровому прогрессу препятствуют сами же люди. Каким образом региональные власти планируют устранять цифровое неравенство в республике и как проходит в целом цифровизация региона? На эти вопросы ответит программа «Главная тема», которая выйдет в эфир сегодня в 21 час.